берегите пальцы, берегите здоровье. Коронавирус и дела. Мы едем сегодня на соревнования посмотреть. Участвовать мы не будем. Едем просто смотреть. Но опять же, едем мы не просто смотреть, а едем мы с выдумкой это самое. Я подумал, что было бы неплохо взять с собой дубы и посажать немножко с собой дубы. Это самое. Времена такие, что лучше посадить дуба, чем врезать дуба. Дай дубу шанс. Короче, и такой же дебиляк, где-то как и мы, наверное, здесь ездил, потому что вот это вот деревце, это дубочек. Вон на той стороне это дубочек. Там вон впереди дубочек. То есть их есть чуть-чуть. Я думаю, благодаря нашим стараниям будет чуть-чуть больше. Это самое. То есть, в принципе, особо не изощряясь, не втыкая их там глубоко в землю, мы им просто даем шанс, разбрасываем их по пути исследования вдоль дороги, в каких-то таких местах, которые могут быть... Это самое перспективное для их роста. И, может быть, там через какой-нибудь там годик-другой проедем и посмотрим. Это самое. Может, что там вымахает. Ну, завод там вряд ли. А еще же идея какова, что мы не просто будем сажать дубы. Мы сейчас пойдем и всем, кто будет стартовать и не закрепляется, мы дадим пожмение дубов с... целью разбросать их, вон смотри, какой дубочек растет. Ага, вот. Так что у них есть шанс. Да. То есть потихоньку. Может, конечно, стоило их там втыкать в землю или еще что-то, может, стоило. Не, ну а тут это же никто не втыкал. Протравить там еще что-то. Это же дикорост. Ну, в принципе, они как бы вырастают. Но, скорее всего, что или какой-то кабан насрал, или какой-то джипер набросал. По ощущениям, или кабан набросал, или джипер. Да. Есть еще более сложный метод сажать. Наваливаешь кучку и сверху у нее так пальцем заглубляешь желудь. Ну это, блин, совсем долго. Раз в день, в лучшем случае. Один. Это самое. Бывает, что и два, когда никогда. Желудя можно посадить. Самое. Ну тут много дубочков. Нет, да тут вообще-то. Ну, скорее всего, что где-то вот. Отсюда там что-то их ест, и полез, ну, по полю растаскивать вдоль канавы, они вырастали. Уроды-разборщики тут он кидают всяких хлам. Не, ну вот же, видишь, тут посреди, это же саморосты, это же никто не высаживал. Понятное дело, это самое. Ну, так как бы по чуть-чуть запуливая их вдоль дороги, потом можно будет их увидеть. Вот какие-то груши, дички растут. Если со временем тут будут расти дубы, очень приятно. Есть, конечно, тенденция к тому, что это все распаевывают, забирают, периодически поджигают вот эту траву. Будем надеяться, что какой-то шанс. Даже если 10 их вырастет, уже хорошо. Если вырастет 100, просто фантастика. Если вырастет там 500... Это вообще... Да. Мы побьем рекорд Зеленского. Запись. Какой-то шейх посадил там в Эмиратах 50 тысяч деревьев. В принципе, там в 20 килограммах 3 тысячи дубов. Мы этого шейха можем победить, короче. Мы можем ехать прямо в лагерь, вот так сажать. Прямо из кузова изображать сеятеля. Надо заехать с той стороны и сажать. Где-то себе с участок. Заезжаем. Сколько? Здравствуйте. Желудь будешь? Мы до сих пор их не засадили. Не, у нас, короче, возник план. Мы всем стартующим будем рассыпать. Молодяк, не рассыпай. Тренинг вот людей, да, чтобы они их сажали по мере. Что-то говорили, на борту распаривали сначала. Не, ну это я тебе. Этот рецепт только для тебя. Куда поставить ведро? А тут ставь. У нас тут этих желудей. Это еще не все, есть еще. Я должен посеять. Чтобы не губить природу, сначала... Никогда не
испортили. Да, куда? Да. На фасад. Да ты что, свинья, что ли? Да. Вот мы что-то полезли. Давай с балкона иди поздоровайся. Желуди насыпают. Да не надо, мне же надо гудец. Ага, а природу? Вот такие джипер. Да, вот такой джипер. Вычеркиваем. До финиша не доедешь. Ой, я уже посадил. Приветствую. Всем, кто участвует, желуди на посадку. Желуди на посадку? Да, да. Я, кстати, в этом. Я на участке сами подрастали эти дубы. Их надо пересадить. Они не это. Они годичные у нас. Сейчас Лене посадим прямо в этот, в бензобак. Давай, подкидывай, Лене подкидывай. Сейчас, для подыщи. Этого. Я хочу посадить тебе в бензобак желудь. Поверни, себе посадить. Поверни лень. Вован, сажай дубы. Дадим шансу дубле врезать дуба. Здравствуйте, давно вас не видел. Ты поправился, что? Блин, ты уже 30-й. Сажай дубы. Давай. Благодарю. Лёня, курва. А, ты пару желудей посадил. У тебя места в салоне нет. Я, короче, туда тебе куда пойти. Посадишь, ты какой категории участвуешь? Ноль. Ноль. У меня Саня шестьсот. Мы поехали дальше. На, посадишь желуди. Воу. Держи. Желуди будете садить. Посеешь дубы. Спасибо. А сейчас... Нет, посеешь желуди. Я не себе здраво. Лучше у нас акция сегодня. Посади дубы. У всех, кто участвует, есть сегодня шанс насажать дубов. Кому еще? Ну, подходьте, подходьте. Ну, желуди. Берешь их и по мере гонки там где-нибудь, ну, не на дорогу, а куда-нибудь. Под колесами. Не, не, у нас есть. Да, у нас есть все. У нас их много. А, вот это. А ты в ТР-4? Нет, мы по желудям. Что ты даешь, скажи? На посаде желуди. Куда? В газон. Нет, ты участвуешь? Нет, смотрите. А надо хотя бы участвовать. А, надо бы. Так мы же участвуем. Хотя бы участвуем. В посадке желудей. Спонсоры. Кто катается по месту, сажает желудь. Ага, хорошо. Серьезный аппарат. Ну, еще. А где эта бомба? Тоже есть. А где вы разобираетесь-то? Да я купил на посадку. Будем жарить. Не вздумай посадить. Раздавали и задавили дуба. Нет. Это не наш. Это не наша корова. Андрюха, привет. На тебе желудей посадишь где-то, если стартанешь. Штурману давать? Спасибо за желуди. Ты ж смотри, не съешь их. О! Закуску? Нет, им не давай, сейчас закусывать будут. Кто будет фисташки? На конфанские еще? Да. На, посадишь где-то желудей. Маша, я тоже 4 дуба посадил уже. Так еще есть шанс. Не надо, не надо. А эти маленькие. Слышишь, Маша, они у меня почему-то не прорастают. Ты
Так дай ты хоть дай шанс. Себе на колесо бросает и сразу сажаться. Причем она на нормальную. Можно повклеивать, да? Нет, да, повклеивать. Просто прямо из окна. Привет, ребенок. Держи тебе подарок. Посадишь. Надо еще рогатку всем давать. Она так эффективнее и интереснее. Если перестрел, то сегодня у нас будет пейнтбол. И сегодня на точке хорошее такое. Это вот раз, вы выехали, посеяли вокруг. Скоро там лет через пять, знаешь, в такой дубовой роще ломишься, дубы трещат, блядь. Кстати, мы проехали, то тут дороги не растут. Кто-то, видимо, когда-то уже набросал, по чуть-чуть интересно. Вы какую категорию? Туда пустят? Помощи не подошли. А мы думаем, за кем гоняться. Р0. И Леня в ТР, но... Нулевики, шаровики, да? Посадите. Ну о, надо... Дубы. Ничего. Вы будете участвовать, по дороге посадите. Понял, спасибо, спасибо. Участвуете? Тогда... Там уже насыпали. Будете сажать дубы. Можно еще в машины забрасывать, там, знаешь, на багажнике где-то. Пока еду там это. Это что? Это корм кабанам. Корм кабанам? Будете где-то ездить, посадите. То есть можно просто в траву поразбрасывать, я думаю, что у них просто появится шанс. Просто разбрасывать, дать им шанс вырасти. Вылазь! Что ты говоришь? Желуди, будете ездить на точке, посадите где-то. Уже вчера я посеял, можно не поднимать, знаешь. Карман насыпаешь, главное не поешь ночью. Вместо фисташек. Ноги, ноги, осторожно, ноги. Ноги, руки, ноги. Есть у вас? Желаете, желаете? Да. Посадите. Раздайся, раздайся. Надо сажать. Я, блядь, в Карпатах выбросал половину. Блин. У меня рука правая на сантиметр выросла. Да, это примерно. Хотя бы дать шансы. Я говорю, даже ну, там в килограмме что-то, вернее, в килограмме 150 штук. То есть 20 килограмм я купил. Это нормально. Там где-то больше 3000 штук. Это самое. Даже если 10 вырастет, уже хорошо. Если 100, прямо это лес уже. Красиво. Оффроудный лес. Почему нет? Да, ТР-4, да, Мишу? Да, да. ТР-5. Шло вперед. Да зачем они мне? Посадишь, блин. Ночью, когда... У тебя ферма дубовая, да? Цинга начнется. Я видел твое видео, какую посадку. Ты отмачивал. Ну, вылезет червяк в карман, подумай. Давай, я тебе набросаю за пазуху, ты будешь ходить на техкому, это самое. И они прорастут где-то. Набрасывайся. Ну, захомячишь, если что, когда никто не видит. Держи, будешь дубы собрать. Да. Две руки поставь. Две руки поставь. Видишь, что? Будете дубы сажать? Давай. Пока будете там кататься, участвовать, где-то просто по дороге. Да. Ну, не на дорогу, а куда-нибудь в такое место, где у него больше шансов. То есть не надо где-то закапывать? Может, и закапывать. До 5-10 сантиметров. Ну, тяжело. Мы в Карпатах попробовали поставить палатку. Из 6 проволок таких, которыми надо палатку было к полу прибить, 2 согнулось. Понятно. Ну вообще считается, что их надо сеять, а не сажать. Я поняла. Хорошо, почему мы сеять?
вот, а был шанс и туда. А был шанс спасти природу. Так тут это сажают. Любимому дядьке пожать руку. И вам тоже желуди. Сейчас желудей насыплю, будете сажать. Это машина большая. Просто будешь ехать и разбрасывать их в окно. Главное не жрать машину. С фисташками не перепутать. Помни! Какой рубль. Пацаны, желуди бери, блин, посадим красиво. Посадите желудей где-то по дороге. В Англии. Две руки. Пару дубов, которые надо, что там, родить сына, построить дом, посадить дуб. Главное не врезать. Это да. Называется акция «Дай дубу шанс, не врежь дуба». Поставляй руку. Люди ездят, посадят где-то. Кому шеф? Вот он придет, давай. Знаешь, как говорят? Типа, посадить дерево, родить сына, построить дом. Отбор, отбор, нет. Кому? Ну. Надо же построить тещу. Валютой плачет. Что там, куда? Будешь соревноваться, посадишь дубы. Давай. Кто-то позабрасывал, да? Сейчас. Посадите дерево. Пока будете соревноваться. Давай. Давай. Не убейте бобра, спасите дерево. Называется акция. Хватит. Да? Еще у вас много. Давай. Давай. Самое, ты здесь обязательно закапывать. Я понял, там где куда-то. Достаточно просто по чуть-чуть разбросать. Ну, можно уже разбрасывать. Правильно типа сеять, а не сажать. Супер. Это призовые? Да, да, это сразу фисташки, если там начнется цинга. Есть место? Типа туда, к вам. Команда, да. Подставляю руку. Желуди? Да. Да. А что, будут кабаны? Дай дубу шанс, называется. На маршруте будут кабаны? Разгубишься, если что. Вот так можешь, кстати, оставить, а не посеются. Спасибо. Спасибо.